Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире центра Сангейтс, радио центра Сангейтс. И у нас, как всегда, женская гостиная. Настя у микрофона вместе со своей гостьей. Настя, ты с нами? Да, я с вами. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброго дня всем, дорогие радиослушатели. И мне очень привет, Риточка, спасибо тебе за представление. И мне с вами Анастасия Хрущинская из Сан-Франциско. И мне очень радостно представить мою сегодняшнюю гостью, долгожданную, очень любимую многими нашими радиослушателями. И очень спрашиваемую, надо сказать, сегодня у нас в гостях Анна Отменеева. Я думаю, что все помнят цикл передач, который мы проводили с Аней в прошлом году. Был потрясающий абсолютно цикл по чакрам и ароматерапии, который был огромный отклик. И, наконец-то, Аня нашла время в своем расписании, чтобы встретиться с нами снова. И сегодня у нас будет... Я уверена, абсолютно будет потрясающий, интересный разговор и интервью, потому что Аня как раз нашла время между своими многочисленными путешествиями. И я буквально пару слов скажу об Ане Отменеевой, хотя она, в общем, не нуждается в представлении, потому что у нас очень продвинутая аудитория в нашей радиостанции, и все прекрасно знают, кто такая Анна Отменеева. Она ведический астролог, сертифицированный вастуконсультант, ароматерапевт, путешественница, переводчик, писатель, я не знаю, чем я сейчас, я что-то забыла, нет. Вот, очень интересный собеседник, очень интересный человек. И сегодня мы поговорим о путешествиях. Вот, не об ароматерапии, хотя, может быть, этого тоже коснется, не знаю. Посмотрим, как наша беседа сложится, потому что Аня совершила два удивительных путешествия. То есть только что, буквально несколько дней назад, она вернулась из Гималаев, а перед этим в мае она огромную, безумно красивую и необыкновенную загадочную мистическую поездку совершила по Ирану. По Ирану, стране, которая, в общем-то, в принципе, на мой взгляд, для меня это вообще было полное открытие, когда я читала твои посты, когда я узнала, где ты находишься и какие места ты посещаешь. Для меня это вообще было открытие. Ну, привет, да, я все говорю. Добрый вечер, доброе утро. Да, добрый день. Вот. Спасибо тебе огромное, конечно же, за то, что ты нашла время в своем безумном графике для нас, и это очень ценно. И, ты знаешь, я очень хочу тебя спросить, вообще, вот начать такой разговор немножко с философского аспекта, да, что вообще дают такие паломнические духовные поездки, потому что ты очень такой опытный в этом плане человек, потому что ты очень много путешествуешь и людей возишь, и это удивительно, конечно. Я знаю, насколько люди меняются после этих путешествий. Что вообще дают вот такие путешествия? Ты знаешь, я хотела бы, наверное, сначала немножко сказать, как я к этому пришла, потому что раньше мои путешествия делись к отдыху в Турции, такому тюленему отдыху, и даже в Индию я ездила только за изучением астрологии. Никаких паломничеств мне даже в голову это не приходило. В прошлом году моя подруга пригласила меня по храмам планет. И это был первый раз, какой-то был очень тяжелый, как обычно, был тяжелый астрологический период. И я подумала, что, наверное, мне это нужно. И вот это был первый раз. И тогда я поняла, насколько это помогает решить какие-то вопросы. То есть есть эти вопросы, нет этих вопросов, они эти путешествия однозначно меняют. У меня был тогда очень сложный момент, мне нужно было решить один достаточно проблемную такую ситуацию, и я совершенно не знала, как это делать. И в каждый, мы ездили по храмам планет, я заходила в каждый храм, всегда во храмах планет, всегда мы сначала молимся Ганеше, он всегда стоит перед входом, и эти планы, храмы планет, они всегда храмы Шивы. Потому что есть такая легенда, что был царь, который, или мудрец, я там точно не помню, который болел проказой, и он молился планетам, они решили его вылечить. И боги на них разгневались за то, что они взяли на себя такую миссию, то есть он был наказан, а они решили это наказание снять. И планеты сами были отправлены на Землю, как раз на юг, да, в штат Тамилнаду,
и они были тоже прокляты, и были тоже болели проказой. И они все молились Шиве, и Шива их спас, и поэтому по всему югу очень много вот этих храмов, да, и есть большие храмы. Они, в принципе, посвящены все Шиве в основном. И я заходила, и вот понятно, что в планете какие-то были молитвы, но в основном это Шива и Парвати. И каждый раз я молилась, чтобы они помогли мне эту ситуацию решить. Ровно как только эта поездка была закончена, эта ситуация решилась сама по себе. То есть мне даже не пришлось там, я там готовила переговоры, аргументы, там что-то такое. Ситуация решилась, мне даже не пришлось вот так вот пальцем приложить каких-то усилий. То есть это, ну, это мой единичный случай, но в любом случае, любая поездка нас меняет. Потому что, во-первых, сначала мы должны полететь куда-то, ну, обычно, да, наша вата обычно вылетает в этот момент. Потом мы приезжаем в страну, так как это контакт с Землей, это происходит заземление, да, то есть человек как будто проходит какой-то портал, да, в другое измерение, и он попадает совершенно в другие условия. Особенно, когда это какая-то очень странная страна типа Индии, да, у людей всегда стресс, шок. В Индии, кто был, знает, что начинаются всякие чистки моральные, из людей начинает лезть всякое там, все, что было скрыто. Иногда там ссорятся очень близкие друзья, но это все вопрос в том, как мы это все проходим, да. Если это какое-то комфортное путешествие, не знаю, по Европе, да, мы все равно меняемся, мы все равно приобретаем что-то новое, отключаемся от привычного, рутинного какого-то образа жизни, какой бы он ни был, был активный, да. И у нас такая перезагрузка происходит, особенно когда это природа или это святые места, места силы. Там мы еще набираемся энергии дополнительно, потому что можно поехать в путешествие и потратить всю свою накопленную силу, а можно эту силу взять. Поэтому как бы именно паломничество, да, поездки в места силы, они тебя еще и наполняют. Спасибо большое, да, я с тобой совершенно согласна, и я сама, вот особенно после последней поездки в Индию, когда мы посетили Варанаси, то есть это уже 3 месяца прошло, а меня до сих пор Варанаси догоняет, и я чувствую вот эти реализации, которые мне приходят именно после посещения этого удивительного места, и даже вот если я какой-то, у меня как триггер, я слышу какой-то звук, который мне напоминает слово Варанаси, или кто-то говорит там Вишванатх, да, Каша Вишванатх, или Ганга, у меня сразу просто мое сознание, оно сразу меняется, и у меня сразу впечатления настолько яркие картины, я с тобой совершенно согласна. Да, Индия, конечно, очень странное место, но ты посетила еще более загадочное место, да, в мае у тебя было путешествие, которое вообще, не знаю, и я знаю, что ты ведешь очень большое комьюнити в Фейсбуке, которое посвящено астрологии, у меня такое было ощущение, что люди просто выпали в осадок. Простите за мой сленг, да, потому что это было, ты так это еще все преподнесла мистическим образом, никто не мог понять, какой-то Азербайджан, Баку, и вдруг раз, и Иран. Почему Иран? Как ты туда попала? Знаешь, и вообще, я честно тебе могу сказать, я вообще была, то есть у меня кроме фильма «Тегеран 43» никаких представлений об Иране до твоей поездки не было. Я очень заинтересовалась сразу, и, естественно, сразу, конечно, стала читать, но, тем не менее, это просто было так интересно, так удивительно. Я прям подписывалась и читала все твои посты с огромным интересом. Ты знаешь, у меня есть одна знакомая девушка, она мусульманка, и она рассказывает такие интересные вещи, то есть у нее есть такой цикл сказок Шахерезады, то есть, кстати, хороший человек для вашего радио. Спасибо, сказки, да. Шахерезады. И она именно через суфийские практики, она дает зикры, которые можно читать. То есть зикры это, ну, сродни, наверное, джапа-мантре, да, то, что мы повторяем. И я когда-то у нее была на этих зикрах, и она организует такие поездки именно в исламские страны. Так как я родилась в мусульманской республике, и именно ислам, он был для меня, наверное, ключевой религией, с которой я вообще когда-то либо соприкасалась. Да? То есть христианство – это для меня абсолютно чуждая вещь. Да? То есть я вообще не понимаю и не знаю ничего, ну, как бы именно из-за своего вот этого рождения. А ислам был… И, наверное, не только поэтому. Уверена, что в каких-то прошлых жизнях я явно была в тех мест, потому что чувствую я себя очень комфортно в этом.
И она организовывала поездки, например, у нее была поездка в Марокко, в которую мне не удалось поехать из-за того, что у меня была поездка в Индию. То есть Индия обычно доминирует, поэтому все эти туры, они были как-то мимо. И тут я вижу эту поездку в Иран. У меня просто щелкает сразу что-то. Я, естественно, у меня самое главное, как решить вопрос с семьей. Я подхожу к мужу и говорю, я хочу поехать в Иран. Понимаю, что вот сейчас это возможно, но ничего не знаю, хочу поехать в Иран. Он мне говорит, очень странный выбор, может быть, ты подумаешь. Я говорю, нет, думать не хочу, мне туда надо. Я прям вот чувствую. Он говорит, ну хорошо. Я написала, у меня есть знакомый астролог, который там живет. Я ему написала, как бы, там, давай встретимся, потому что больше встретиться вариантов нет, мы знакомы только через интернет. Он сказал, что ты не волнуйся, Иран самая безопасная страна, вообще можно ночью ходить, никто тебя не тронет. К сожалению, вот буквально 2 дня назад там в Тегеране произошел теракт, и, ну, немножко эта ситуация, ну, знаешь, в прошлом году я буквально в это же время была в Турции, и как только мы уехали оттуда, там тоже произошел теракт. Да, то есть не сейчас такое время, когда ни одну страну нельзя назвать. К сожалению, да, и в Европе, и в Лондоне, и везде это случается. Мы живем в таком мире небезопасном, да, я понимаю. Ну, в общем, я как-то об этом никому не говорила, потому что у меня там стало намечаться еще астрологический курс, причем это не очень было так как бы открыто все, да, вот, и я поэтому это практически все держала в секрете, потому что там непонятно было, что с визой, то есть, ну, был какой-то страх, может быть, даже, потому что ты ничего не знаешь, что это такое. И потом, когда я своим друзьям уже начала говорить, что я еду в Иран, сестра говорит, ты с ума сошла, что ты делаешь, то есть у всех какие-то стереотипы очень странные, да, то есть, хотя я говорю, а что, вы что-то знаете? Нет, мы ничего не знаем, но у всех был вот такой вот какое-то такое отношение. Потом, когда все случилось, была получена виза, были куплены билеты, уже все было задействовано, я поняла, что у меня нет одежды, потому что есть определенный дресс-код в этой стране, и мне пришлось уже как-то там по-быстрому решать, да, потому что даже индийские вещи, они не подходили, запястье должно быть по мусульманским законам закрыто. Но в Тегеране на самом деле гораздо проще. Девушки ходят с открытыми запястьями, все носят джинсы, никто не носит юбки. Я за это все время не видела ни одного человека в платье. Видела, но это были люди, приехавшие, по-моему, из Казахстана, что ли, то есть они приехали тоже в паломничество и были в платьях. Ни одна иранка не носит юбки. Это очень интересный момент. Они все ходят, если как бы, ну, такие уже ортодоксальные, они ходят в джинсах, какой-то нормальной абсолютно одежде. Сверху надевается хиджаб, такой типа черного халата, в котором они так запахиваются, с рукавами их ходят. В Иране, в Тегеране в самом очень свободно все, девушки очень стильные, модные, очень красивые, все ходят в платках. Причем очень интересно, я потом эту тему обсуждала со своим учителем, и он сказал, что на самом деле это очень правильно, потому что энергия очень сильно уходит, когда волосы открыты. И когда женщина закрывает волосы, это идет очень большое накопление энергии. То есть поэтому вот они... То есть здесь такой момент интересный, да, что есть понятие такое, что да, ведическое, что ведическая женщина должна быть в юбке, это заземление. Ну вот у нас есть прекрасные женщины, которые юбки не носят, то есть, но зато ходят с покрытой головой. Ну, вот. Подожди, ну в той же Индии же носят все время какие-то штанишки, да, лосины. Брюки, да. На самом деле, то есть там не то, что юбки все носят, да, поголовно, а да. Там на самом деле очень большая культура, какие-то шаровары, и это мы все видим. То же самое, да, на самом деле. Просто это свободно, это удобно. Вот. Это может быть даже как-то на юбку чем-то похоже, но это все равно тоже это как бы вариант брюк. И голова, кстати, покрыта в Индии, тоже же женщины покрывают. Но даже интересно, что когда мы входим в православный храм, женщина должна идти с покрытой головой, что, в общем-то, прослеживается очень интересные связи, на самом деле. Это да. Вот, поэтому как бы, вот поэтому был сделан выбор в сторону Ирана, потому что изначально там была какая-то идея даже совсем в, ну как в паломничество совсем поехать, да, в Мекку, например. Но это было как-то, наверное, еще морально там я была не готова, а Иран в этом
формате мне показался очень удачной идеей, да, эта поездка. А насколько астрология распространена в Иране? Вот интересно, ты как раз говорила о том, что ты проводила там курсы, и у тебя есть знакомый астролог. Насколько вообще вот это вот возможно там? И такая достаточно мусульманская ортодоксальная страна. Да, очень интересный момент. На самом деле астрология в Иране запрещена. И это такая двойственность, потому что Иран – это, как сказать, колыбель зороастризма. Да, и там есть люди, которые, они зороастрийцы, они сохраняют эту культуру, у них есть свой храм, у них есть места паломничества, они проводят определенные праздники, и эта культура сочетается с мусульманством, да, например, Навруз, они проводят, то есть все мусульмане отмечают Навруз, ну, мусульмане в Иране, я имею в виду, да, их направление, но это же абсолютно языческий, ну, языческий, как они называют, праздник, и это зороастрийский. Весь зороастризм, он очень мощно связан с астрологией, то есть там нет никаких разделений. Вот, при этом зороастризм существует, он никак не запрещен, но вот как бы астрология, она считает, ну, как бы она запрещена. То есть не то, что не могу сказать, что за это сажают в тюрьму, например, как в Саудовской Аравии, угу. Да, но это как бы такой запрещенный момент, то есть то там это открыто никто не практикует. Ну, ты знаешь, вот интересно, у нас, например, в России тоже есть какие-то моменты. То есть у нас астрологии официально нет. Да, она не признана. Тем не менее, она существует. Люди занимаются ей повсеместно, да, то есть тут, может быть, какие-то, опять же, вопросы закона, да, какого-то, но не знаю, как вот все это уживается, знаешь, всегда люди находят какие-то обходные пути и... Да, ну это понятно, конечно, да, и тем более, что, опять же, да, в России очень странное отношение к астрологии, меня всегда это забавляет до сих пор, особенно после того, как вот я там 7 лет назад переехала в Америку, да, и у меня немножко картина мира изменилась, и я понимаю, насколько у нас тоже все это странно, завуалировано, и об этом не говорят, да, и никакого статуса астрологии нет, хотя тысячи людей этим увлекаются, мы это с тобой знаем прекрасно. Самое интересное, что даже... Да-да, гороскопы транслируют по центральным каналам. Да-да, но непонятно, как к этому относятся, как бы, ну, позиция официальная. Да? Но, тем не менее, Иран, да, вот, что, мы правда не знаем, эта страна достаточно закрытая, и мы не так, ну, конечно, если у тебя есть цель, да, можно покопаться, можно найти в интернете, сейчас все это открыто, очень много открытых источников, но, тем не менее, вот именно... Ну, ты, наверное, второй человек в моей жизни, который я знаю, который посетил Иран. Первые были друзья моих родителей, которые делали это там в 70-е годы, они там работали, нефтяники, да? То есть это было вообще, ну, во времена царя Гороха, да, в 20 веке, когда-то очень-очень давно, когда я была маленькой девочкой. А... Что, чем интересен Иран? Вот я, кстати, тоже рассказала своему мужу, я говорю, представляешь, Аня в Иране? Он говорит, слушай, ну это же очень цивилизованная страна, это там один из самых высочайших уровней жизни вообще на Ближнем Востоке. То есть это место, которое очень-очень развито. И действительно, по твоим фото можно было понять, там какие-то прекрасные комфортабельные автобусы, очень комфортные поезда, какие-то совершенно потрясающие, удивительные люди, которые с открытым сердцем везде всегда вас принимали, встречали. Вот. Ну и я знаю, что там есть какие-то удивительные святыни, очень по силе невероятные. Что вы там видели и какие, вот, ну, поделись с нами, пожалуйста. Ну, что касается развитости, я действительно была просто поражена, потому что такой уровень транспорта, который там развит, поезда абсолютно очень дешевые, комфортные, с телевизорами, автобусы. Ну, правда, там есть деление на VIP, там еще что-то. Мы и в VIP ехали, и в более простом. То есть, когда тебе в автобусе выдают еду, ты знаешь, так, ну, это лежачие такие комфортные кресла, кондиционеры, то есть все очень хорошо. Самое интересное, что, не говоря по-английски, очень мало кто говорит по-английски, абсолютно легко было с ними договариваться. То есть были такие моменты, когда, например, ну... Слишком, когда много людей собиралось, были сложности. Но когда был один человек, объяснить что-то и понять, что он говорит тебе, было абсолютно легко.
Ну, что, например, вот, ну, с Индией очень сложно, да, то есть у них абсолютно менталитет отличный от нашего, да, то есть, например, там спешить, не спешить, они очень медленные в Индии, да, то есть в Иране не было такого. Очень чистая страна, очень чисто на улицах, везде, как бы везде расположены комнаты, где можно помыть руки, да, как-то, потому что у них везде есть места для молитвы. А нужно помыть ноги и руки перед тем, как молиться, да, то есть, и поэтому это везде, на вокзалах, в каких-то местах, то есть, куда бы ты ни пошел, это везде комфорт, то есть, везде есть где помыть ноги, помыть руки и помолиться, вот. Конечно, вся эта поездка, она была не просто такая по туристическая, да, а это было прям настоящее паломничество, и места, по которым мы ездили, был такой даже момент интересный, когда мой этот друг написал мне, куда вы сейчас едете, а я сказала, что мы едем в Нишапур, там очень хорошая бирюза, красиво, а он мне говорит, ты знаешь, там же похоронен величайший астролог мира, а я говорю, да, кто это, то есть я удивилась, а он мне говорит, это Омар Хайям, а я даже никогда не воспринимала Омара Хайяма как астролога. Я тут же полезла читать про него, и оказалось, что у него были даже прям стихи, я их потом выкладывала, которые были посвящены мощи астрологии, да, там 4 стихии, 7 планет, что интересно, да, то есть не больше, то есть они тоже не учитывали транссатурновые планеты. Вот, и это, наверное, было, и это как раз те места, где я наконец-то научилась контактировать с вот этим духовным, потому что раньше я все время, когда, знаешь, мы когда приезжали в храмы планет, и девочки говорили, о, там такая энергия, а я думала, да как же так, а я ничего не чувствую, ну, либо хорошо, либо плохо, жарко, там много людей, какие-то такие были эмоции, а когда тебя конкретно, вот знаешь, что тебя торкает, да, как так можно грубо сказать, и ты понимаешь, что ты находишься в каком-то нереальном месте, да, тебе прям энергия это идет, и ты с ней вступаешь в какой-то контакт. То есть раньше у меня такое случилось в Ауравиле, в этом Матримандире, да, такая, и в одном из храмов планет, где был храм Парвати, только в одном месте это у меня такая как бы реакция произошла. И обычно это во Вриндаване в храме Кришна Баларама. То есть, знаешь, когда слезы текут, да, ты ничего не можешь делать, у тебя просто пошло вот это и все. А тут как бы был такой момент, когда мы пришли, и там у них гробницы, они все обычно таких великих суфиев. Они покрыты таким оргстеклом, ну, чтобы, видимо, сохранить. И когда ты вдруг кладешь руку на эту гробницу, и ты прям вот через руку, у тебя идет такой поток. То есть вот именно там у меня случилось вот это, когда я смогла входить в контакт, понимаешь, с этими местами. Очень интересные вещи, например, была какая-то там заброшенная школа. И в этой школе, ну, никого не было, просто купол такой интересный. И в полу такая яма, которая закрыта решеткой. И с нами был очень интересный человек. Он на самом деле писатель. И он просто живет в Иране, он из Узбекистана. Вот, он рассказывал нам, что святые уходили вот в эти ямы. И это был такой специальный типа поста, когда они не должны были никого не видеть, ни с кем не разговаривать, практически без воды, полностью без еды. И они сидели в этих ямах. И вот один из таких святых, он даже написал книгу, в которой описал как бы всю суть Корана, да, как его понимать. То есть, ну, понятно, что в таких аскезах к ним приходили какие-то определенные ситхи, да, или какие-то знания, инсайты. И о них в этих книгах, в своих стихах, обычно стихотворной форме. Почему в стихах, да? Потому что все святые писания обычно у нас представлены в виде ритмичных таких вещей, да? И почему, например, очень тяжело читать Коран в переводе? Потому что есть один перевод, который дан именно в стихах. Но он очень приближенный, этот перевод. Он не передает досконально сам Коран. Да, и поэтому, если ты просто будешь читать, ты потеряешь ритм. Если ты будешь читать в стихах, которые
ну, в принципе, этот ритм сохраняет, то ты немножко уйдешь от смысла. Поэтому как бы единственный выход – Коран нужно читать на арабском. Да, тогда ты поймешь и ритм, и все остальные книги, они тоже вот в этих стихах как бы пишут. Да, и поэтому стихи, и, например, и Руми, и Омара Хайяма, да, то есть они в себе заключают гораздо больше, чем просто стихи. Вот. Ну, первую гробницу, которую мы посетили, это была гробница Фердауси. Я видела и книгу, которую он написал. Она весит, по-моему, 73 килограмма. Там была такая очень интересная тоже история, что он писал эту книгу очень много лет. И когда он, наконец, ее написал, падишах как бы, ну, не оценил его труд. И потом произошла такая история, как он кого-то встретил, этот падишах, и эти люди стали говорить, что вот это так было воспето в стихах Фердауси. Ну, то есть, как бы, в тот момент он понял его величие. И он решил его наградить и прислал к нему подарки. И когда эти подарки подъехали к дому, из дома вынесли ковер, в котором, значит, Фердауси был, да, то есть, ну, как бы, он умер в этот момент, так и не получив этих почестей. То есть, вообще, святые очень много, как бы, тяжелая жизнь у всех была. Они там страдали, как бы, и за свою веру, и за свои мировоззрения, и какие-то очень жесткие аскезы, прям жесточайшие аскезы некоторые принимали. У многих гонения были, то есть, ну, такая, скажем так, практически все они, ну, страдали в течение своей жизни, оставили такое наследие, да, в виде вот этих вот стихов, да, суфийских, можно сказать. И сейчас места, где они похоронены, то есть являются таким местом паломничества. Но ты знаешь, очень интересно, что не всегда это вот как бы, мы как считаем, паломничество, пришли, тихо сели, сидим там. Нет, приходит молодежь, все смеются, кушают там, фотографируются на фоне этих гробниц. То есть уже такое достаточно легкое отношение ко всему, но что, опять же, не портит впечатление от места. Конечно, хотелось бы остаться, например, одному, да. Но однажды была такая история, когда мы пришли на гробницу Атара, и туда пришли музыканты и начали играть. То есть это была группа, они играют вот такую духовную музыку, и поэтому у нас был такой, скажем, не только даршан от святого, да, но еще и музыка пришла в этот момент. И, конечно, вот, ну, как бы, можно тоже сказать, что по силе очень разные эти места. Да, то есть в каких-то, ну, просто ему хотелось просто сидеть, потому что там было спокойно. В каких-то тебя просто там накрывало какой-то энергией очень мощной. У Омара Хайяма мне вообще хотелось лечь и лежать там на этом камне, то есть не уходить. У Бестами мы вообще провели около 3 часов, да, то есть мы просто там сидели, и там мы делали зикры, ну, в общем, как бы разные места, очень разные. Ну, видимо, как были разные люди, такую же энергию они продолжают передавать. А как, вот, это как страна красивая, вот природа, какие-то такие вещи, да, отвлеченные немножко от паломничества, да, от паломничества. Ты знаешь, во-первых, ну, что касается городов. Города, конечно, безумные совершенно, с мечетями. Они очень много вкладывают в мечети, и мечети обычно на пожертвования строятся. Мы были в городе Мешхед, где есть огромная мечеть имама Ризо, и она расстраивается. Она с каждым годом там прям сносят дома. И строят еще очень красиво все это в керамике какой-то, да, то есть голубое, золотое, золотые потолки внутри мечети, все это отражается там, ну, это просто безумная красота. У них есть такая мечеть, в которой мозаика, такие мозаичные стекла, и при определенном времени суток солнце падает, лучи солнца, и вся мечеть покрывается разноцветными пятнами. Это просто какое-то совершенно там сумасшествие. Сами города, они достаточно, ну, они разные. Потому что мы были, например, в таком городе, который находится в пустыне, да, это как раз город Йезд, это зороастрийский, там рядом святыни есть зороастрийские, вот, и он такой,
как бы интересный, то есть вот как в сказках, знаешь, про Аладдина. Вот такой вот город, когда все вот такие купола, какие-то все закрыто, все глинобитное такое, потом ты заходишь внутрь, и там огромный зал, спускаешься вниз, там огромный зал, то есть оказалось, что вот то, что ты там видел, вот это вот куполочек, это потолок, но все под землей, потому что очень жарко, и все очень достаточно так красиво и хорошо. Есть современные города, то есть очень такие, где строят сейчас новые гостиницы очень большие для паломников, потому что прям, ну, много достаточно, поток большой. Есть просто зеленые города, где все в цветочках, очень аккуратненькие, красивые, все в цветах, всегда все достаточно симпатичное, все это выглядит. По поводу такой природы, конечно, там преимущественно степь, пустыня, и какие абсолютно безумные горы. Горы такие, знаешь, они, это моя слабость, да, они без растительности, каких-то совершенно причудливых форм. И мы когда ехали в место зороастрийского паломничества, есть такая пещера, которая называется Чак-Чак, это с фарси, переводится как Кап-Кап. Тоже интересный очень момент был там. Мы ехали как раз через горы. То есть немножко было что-то похоже на Египет. Знаешь, когда ты едешь вот на сафари, едешь к горам, то есть пустыня-пустыня и такие горы-горы. Вот. Но формы абсолютно, то есть величественное такое все, очень красивое и необыкновенные ландшафты, какие-то, может быть, даже, ну, неземные совершенно. То есть интересно. Очень хорошее, там хорошо развито сельское хозяйство. У них много климатических поясов, и из-за этого всегда есть свежие овощи. И я была там на рынке, но это абсолютно, я никогда не видела таких рынков, понимаешь, такого набора продуктов. Даже и, несмотря на то, что ты сама родом с Кавказа, да, в общем, человек, который искушенный очень. Да, да, ну, наверное, может быть, в Азербайджане такое есть изобилие, да, все-таки даже у нас на, там и в Краснодарском крае, и в Ставропольском такого нет. Потому что у них, получается, есть и какие-то, ну, экзотические вещи, да, которых у нас, например, не растет в наших широтах. И то, что есть у нас, да, то есть всегда есть морковка, потому что она всегда вызревает там где-то, ее привозят. Клубника постоянно, то есть там кукурузу продают, ее все время запекают на углях. Ну, то есть просто такое изобилие. При этом специи. Причем, ты знаешь, специи, например, для меня все-таки Индия немножко рисковата в своих специях. Но иранские специи, они для меня вот как свои. Да? То есть они используют очень много зиры, они используют черный перец, чили, соответственно, нет, да, то, что я особо не люблю. Вот. И куркума, шафран. Шафран, он считается самой лучшей специей. Да, которая есть вообще в мире, он иранский шафран самый лучший. Иранский шафран, он же безумно дорогой, да, еще он стоит. Он дорогой, да, он продается в таких, они его прям вешают в граммах, да, то есть у них специальные такие есть совочки для этого, для шафрана, и ты знаешь, и все равно, несмотря на то, что у них там это все достаточно хорошо распространено, да, у них все равно делаются подделки. Да, то есть такой, и подделки делаются из говядины, то есть это вообще, то есть умельцы, ты знаешь, везде находятся, вот, но тем не менее, как бы, конечно, хороший шафран можно купить. Что интересно, в таких, так же, как шафран, у них продается кардамон. То есть, например, в Индии кардамон гораздо дешевле. Да, абсолютно доступен. Да, в мешках там нет, они также вешают его в граммах, кардамон. То есть я даже его не купила, потому что он, ну, мне показалось как-то очень дорого за, ну, за специю, которая. Может быть, он тоже там какой-то особенный, не знаю. Но я как бы точно знала про шафран. Поэтому, например, я даже куркуму купила шафраном, да, специю такую. А как с вегетарианским питанием? Кстати, интересный вопрос. Потому что страна-то мясоедская. Ты знаешь, на самом деле достаточно сложно. Вот. И были места, где... Ну, причем сложно почему? Потому что они не понимают, что ты хочешь. То есть у них, конечно, есть сыр, у них есть овощи. То есть попросить их, например... То есть они делают кебаб, да? Ну, мы несколько раз пытались их попросить, чтобы они просто овощи нам сделали, кебаб без овощей. Для них это, видимо, настолько
странная просьба, что они не могут. Вот знаешь, как ты говоришь индийцу, no spicy, а он тебе все равно туда насыпет. Да, 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 да. Вот так и они, то есть для них это полный нонсенс, как это вообще, как это мясо они есть, то есть это просто вообще. Но, в общем-то, вопрос мы таки этот решали, и были места, один раз мы были в городе, вот как раз этот, который был в пустыне, и когда мы пришли, они говорят нам, вегетарианское арт-кафе, только вегетарианская еда. Ты понимаешь? Вот это было интересно. Напитки были просто безумные. Шафрановые, розовые воды. Вот, что у них очень крутое. У них продаются гидролаты. То есть для меня, как для ароматерапевта, это был просто какой-то, просто фантастика, понимаешь? Магазин, где продаются гидролаты. У них там прям стоит такие огромные дистиллирующие устройства. Они прям тут их делают. И в бутылках они продают абсолютно разные гидролаты, которые пьют, понимаешь? А, причем мы это как бы поняли, да, мы нашли место, где можно было кушать. И мы туда, ну, это был такой гестхаус, мы туда приходили, и он, хозяин, так, он нам принес, сказал, попейте это. Но там уже, знаешь, добавляют лимончик, добавляют сахар, что-то, или холодный делают, или горячий, то есть они еще как-то там обрабатывают. Мы у него пытались спросить, что это, он сказал, вот там лавка, идите там, а потом уже мы поняли, что он говорит, там дистиллятор стоит, и мы уже нашли этот магазин, вот, все это продается в литровых, там, в двух, ну, это просто, представляешь, эти гидролаты, которые я из Франции заказываю, там, за бешеные деньги, у них просто вот пей не хочу, и ты представляешь, как можно, ну как, можно какой здоровый образ жизни вести, да, то есть только овощей, если там готовить дома, и пить эти дистилляты, гидролаты, это просто, ну просто вообще такой рай, правда. Ну, у нас уже, на самом деле, я все время слежу за временем, потому что я про Гималаи у тебя тоже хочу спросить, потому что ты буквально несколько дней назад вернулась из Гималаев, да, и еще ты даже ребенка туда своего возила, и я знаю, что у вас тоже очень было, ну, во-первых, туда довольно сложная все-таки поездка, да, потому что это физическая нагрузка. И я знаю, что ты туда уже не первый раз ездила, да, и у тебя тоже там были какие-то... Как вообще вот впечатления после Ирана и сразу в Индию, да, вообще вот это вот? Ну, ты знаешь, у меня, поделюсь сейчас такой тайной, я опять же с моим учителем обсуждала этот момент, да, вот, ну, свои поездки, он сказал, что... когда, то есть при определенном энергетическом уровне, да, то есть когда человек путешествует, человек как бы представляет из себя определенную луковицу, которая закрыта очень многими слоями, ну как бы шелухой такой. И когда есть определенный энергетический уровень, то поездки в места силы, они эту шелуху снимают. И как бы, ну, как бы в моем случае, да, то есть это как раз вот и произошло, там Иран был, да, потом резко пошел Гималаи, то есть поэтому мне там, ну, получилось там снять, может быть, два слоя подряд, да, допустим, как бы, ну, символически это так можно описать. Поездка в Гималаи, во-первых, она для меня была очень, это был новый совершенно маршрут, который... Он мне снился уже, не знаю, там полгода, я о нем мечтала просто. Было две точки, в которые я очень хотела попасть. Это озеро Химкунд, такое место паломничества сикхов. И второе – это Тунганатх. Есть 5 храмов Шивы в Гималаях, Панча Кедар они называются. В прошлый раз, в октябре, мы были на Кедарнатхе. Он считается одним из самых мощных. Но там у меня вообще было какое-то ощущение, что нас, знаешь, реальность открыли, вот так вот нас вставили туда, а потом забрали оттуда, да? То есть это было совершенно какое-то сумасшедшее место по своей энергетике, по своему воздействию, там сны какие. Вот что еще хотела сказать, что во всех этих поездках очень значимые сны. То есть они не буквальные, они все равно даются как кодировки какие-то. Поэтому надо их записывать. Я каждый раз себе говорю это, что надо записывать сны. Каждый раз не записываю, и потом очень об этом жалею. Поэтому как мой совет такой, да, когда вы едете в такие поездки, записывайте, что вам снится. Прям утром кладите рядом с собой, да, и записывайте.
в эту поездку, да, вот Тунганатх, это второй, он считается одним из самых высоких храмов Шивы, связано с руками Шивы, и мне туда тоже очень хотелось. Вот, и он у нас был первым. Ребенок мой в какой-то момент просто сказал: мне надо к Шиве, ты должна меня с собой взять. И мы тут этот вопрос обсуждали и с моим партнером Вероникой, то есть, потому что, ну, все-таки ребенок, поездка очень тяжелая, потому что это переезды по серпантину, по Гималаям, то есть это не, абсолютно не детская поездка. Вот, и это треки, да, в горы, тяжело, высота. Я тоже боялась, как он будет на это все реагировать. Вот. Ну, первый поход у нас был как раз на Тунганатх. Очень интересное место. Тоже мощнейшее просто по своей энергетике. Что интересно, что мы приходим в этот храм, понятно, что там пуджа происходит, все. А потом еще 2 километра проходим в горы, доходим до 4000, и там находится храм Луны. И обычно говорят, что храм Луны один, вот в Тамилнаду, да, он там один, такой очень спокойный, хороший. Оказывается, есть еще один, находится на высоте 4000 метров. Называется он Чандрашила. И это Шила, это скала. Чандра, скала Луна. Луны. Ага. Абсолютно какое-то, я не знаю, что это за место, но вот такое было ощущение, что ты правда попал в какую-то параллельную реальность, и у тебя все хорошо, ты просто находишься в каком-то таком странном состоянии, то есть это, наверное, идеальное место для медитации. И немножко так проходишь за этот храм, и там стоит лингам. Я фотографии его выкладывала, да, то есть это просто на краю обрыва стоит лингам, и там это место такого поклонения тоже. То есть, ну, просто нереальнейшее место. Вот. И второе, это было Химкунд. Я туда побоялась брать уже ребенка, потому что, ну, мы сначала пришли в базовый лагерь, 13 километров до этого базового лагеря, на высоте 300 он находится примерно. Вот. И потом надо было идти до озера, причем до озера очень-очень крутой подъем, и, ну, можно было идти на мулах, да, на мулах, но из-за того, что там еще не сошел снег, мулы не доходили до конца. И меня напугали, сказали, там опустятся облака, будет дождь, там, я просто побоялась, что он промокнет, я его оставила. Мы прошли пол дороги на мулах и потом шли пешком. Действительно, дышать тяжело, 4200, какие-то такие ощущения странные, озеро было полно льда. Но мы все равно искупались в нем, окунулись, приняли омовение, потому что там очень удобно сделано. Мужчины купаются сам, как бы, в озере в открытом, а для женщин есть закрытое место. Поэтому можно было купаться, ну, как бы, без одежды, да, потому что ты всегда знаешь, да, что в этих реках, в Ганге купаешься всегда в одежде. Вот. А тут, как бы, ну, температура была очень низкая, вода была вообще, по-моему, там, может быть, плюс 4, может быть, меньше, и в одежде было бы очень холодно. Но так, как бы, было очень достаточно комфортно. Я считаю, что это, ну, одно из очень... То есть это самое священное место сикхов, да? То есть почему? Там был такой человек, у них есть, они поклоняются гуру, да, то есть не Богу, да, а гуру, как пророку, да, как немножко как мусульмане, что ли, так можно сказать. Вот. И это и один из изучающих вот эти книги, он прочитал, что их последний великий сикх, он медитировал в этом месте, и он искал это озеро, да, то есть экспедиции делал очень много, и когда он нашел, оно полностью соответствовало этому описанию. И теперь надо было найти место, где он медитировал, и он вдруг поднял голову, увидел старика, который сидел на плоском камне и показывал ему, что здесь. И там потом старик исчез, в общем, и там заложили этот храм. Интересно, что прямо рядом расположен храм Лакшмана, потому что по преданию Лакшман тоже там медитировал. То есть тоже, то есть очень мощное место. И это настолько нас это... Ну, про долину цветов я говорить много не буду, про нее много написано. Цветов было немного, потому что самое начало сезона, но... Самое безопасное, потому что буквально в июле начинаются дожди, оползни, и
Ну, в этот раз мы даже ехали, и то мы стояли около часа, потому что дорогу размыло, и ее делали. Да, то есть буквально вот в июле, когда вся долина будет полна цветов, там очень-очень сложно и опасно, потому что гималайские дороги, они явно не для увеселительных прогулок, это реально места паломничества. И настолько эти мощные места, что мы решили в сентябре повторить полностью маршрут. То есть обычно мы что-то меняем, ну, чтобы было интересно, иногда люди едут второй раз с нами. В этот раз мы решили повторить, потому что эти места, вот они, ну, зовут обратно. Как будто ты... И знаешь, самое интересное, что когда ты приезжаешь первый раз, ты, ну, как ребенок, да, ты только познаешь это, у тебя совершенно другое восприятие. А когда ты приезжаешь уже осознанный, вот, например, как в Бадринатх, да, Бадринатх – это место, где... место Вишну. И из таких достопримечательностей там две пещеры. Пещера Ганеши, в которой тот записывал веды, и пещера Ведавьясы, где он эти веды получал, да, то есть и передавал Ганеше через третий глаз в его пещеру. То есть они так записывали. И очень тоже места интересные, потому что в прошлом году, после Кедарнатха, после горной болезни, то есть он у меня как-то, ну, по-другому совершенно воспринимался. А сейчас это было настолько осознанно, и вот поэтому я понимаю, что надо возвращаться в эти места. Потому что ты уже вступил один раз в контакт, и в этот раз ты получаешь еще что-то новое, как будто ты на другой уровень выходишь. Вот, поэтому, конечно, Гималайи – это отдельная совершенно тема, куда можно ездить бесконечно, в разные времена года, потому что ты по-разному все это видишь. И ты встречаешь каждый раз интересных людей, да, интересных, иногда мистических людей. И каждый раз ты получаешь какой-то опыт, и каждый раз ты открываешь, решаешь свои какие-то внутренние вопросы. То есть у меня каждый момент, раз, что я такой, знаешь, ставлю какие-то вот, ну, может быть, это грубо, да, но у меня была задача, я ставлю галочку, потому что я получаю ответы, да, то есть не контактирую даже ни с гуру, ни с кем-то, не задавая никому вопросы. То есть ты приходишь на это место, и тебе, как я своему ребенку говорила, ты зайди, садись и говори с Шивой, да, mm-hmm. А он мне говорит, а что он русский понимает? Я говорю, ну Шива же Бог, он понимает всех, вот Нанди, через Нанди можно шептать на ухо, и он говорит, ну Нанди, он же должен понимать Нанди, несмотря на то, что тут быт, потому что Шива же Бог, вот, поэтому, конечно, так интересно было, знаешь, мы зашли в пещеру Ведавьясы, а там сидит все тот же пандит, который в прошлом году рассказывал какую-то историю. И я захожу, и Арсений говорит, смотри, вот он, Ведавьяса. И он посмотрел, сказал, я так и представлял его, вот такой он с бородой и летает. То есть я знал, какой Ведавьяса, понимаешь? Вот, поэтому, конечно, некоторые... Я сегодня, ты знаешь, в Фейсбуке там было такое обсуждение в моей группе интересное, там один комментарий был такой, человек написал, умные люди заказывают себе, значит, что-то, и учитель приходит к ним. Uh-huh. А дураки, а остальные, ну, в скобочках, да, дураки, пусть ездят себе по Индиям, ищут приключения на и так далее, понимаешь? Так вот, я предпочитаю быть таким дураком, который может прикоснуться к этим вещам, чем быть гордецом, который ждет, когда придут к нему, понимаешь, и что-то принесут. Поэтому мне несложно собраться, поехать, понимаешь, может быть, там терпеть, что нет воды или нет еды, к которой я привыкла, потому что для меня индийская еда – это полный ужас, да, я не могу ее есть. Вот. Но, тем не менее, никогда это не становится препятствием. То есть какие-то там мифы про инфекции и так далее. То есть просто нужно понимать, там, зачем ты это делаешь. Да, то есть если ты хочешь туристической поездки, то, наверное, не стоит в это ехать. Если ты едешь за тем, чтобы найти себя, да, стоит. Ты едешь для того, чтобы, да, в горах быть ближе к Богу, ты можешь это сделать там. Ты едешь, чтобы сделать какие-то открытия, встретить людей, которые тебе что-то дадут. Да, потому что у нас совершенно была сумасшедшая встреча с гуру, который, ну, как бы является текущим исполняющим обязанности Шанкарачарьи. И он
там происходило просто что-то совершенно, то есть он просто случайно оказался в этом месте, потому что он приехал к своему ученику, и он принял всю нашу группу, он дал нам такие моменты были скрыты, там даже не могу передать, что там происходило, и потом он сказал, что я даю вам наказ, чтобы вы в своей стране говорили о том, что корова, она не, ну, как бы неземное существо, ее нельзя так воспринимать. Она представляет собой всю Вселенную и все боги в ней. Поэтому нельзя, ну, как бы передайте, что нельзя есть корову, и надо кормить, поклоняться ей, кормить травой и так далее. То есть, чтобы все это люди знали. То есть, как бы попросил нас передать это в мир, вот выполняю посредством и как бы вашего радио. Спасибо большое. Да, все, что ты рассказываешь, удивительно отзывается. И я знаю, всегда признак, когда очень такого тонкого восприятия, вот у меня мурашки бегут по коже, и я понимаю, что насколько все это сильно, и действительно, мне это все не чуждо, да, потому что я Индию безумно люблю, и чему для меня лично я поняла, Индия очень-очень учит, и вообще я тоже жила в мусульманской стране, как это ни странно, да, практически всю юность свою там провела. И удивительно то, что ты сегодня рассказывала, у меня в душе очень отзывалось. Индия учит удивительному принятию. Принятию на всех уровнях. На уровне самом низком, да, вот бытовом, да, и на уровне духа. И действительно, вот такие вот моменты, и на самом деле любое паломничество, на мой взгляд, неважно, куда вы едете, в Иран, Индию, по России, да, даже если по Европе, вот, например, там, пусть Сантьяго, да, люди проходят, у меня как раз было однажды интервью с девушкой, которая прошла путь Сантьяго, а вот такие места, они учат тебя принимать вообще все и в себе, и вокруг, и, наверное, какое-то высшее сознание, и они, конечно, очень сильно приближают тебя к Богу. И это удивительно, потому что, наверное, это самое важное, что мы должны сделать, да, это приблизиться к Богу максимально, то есть подойти к Нему как можно. Ну, потому что, во-первых, у нас всегда часть есть Бога, что мы не можем отрицать, да, и поскольку мы сами это носим в себе, то чем ближе мы к Нему будем, тем будет, наверное, больше блага в этом мире в целом. Вот, что, наверное, является нашей основной задачей. Да. Какие у тебя планы? Расскажи. Планы такие, через сегодня какое у нас 8, через 4 дня я уезжаю в Будапешт, вернее, в Будапешт пока это будет перевалочный пункт, затем я еду в Карпаты, то есть горы у меня по полной программе в этом году. Я еду в Карпаты, где моя подруга Вероника проводит астрологический курс. Вот, она меня пригласила в этом году тоже преподавать там, вот, и заодно познакомиться с уникальной просто природой Карпат, потому что там тоже очень много мистических мест, вот. И затем у нас астрологический девичник, так называемый, в Будапеште с термальными ваннами, поездкой на чакру Земли, тоже очень мощное место, вот. И затем следующее путешествие у меня на мой Кавказ, да, где я тоже приглашаю всех принять такую перезагрузку, но уже в Кавказских горах, да, то есть, и после этого я планирую поехать на Вархыз. Это другая сторона Кавказских гор. Передавай мой огромный привет, это моя любовь с детства, это моя самая, одно из моих сакральных мест, я, к сожалению, очень давно там была, но там я начала тоже заниматься горным туризмом, и Архыз я вспоминаю всегда с огромной теплотой. Так что из нашего далека, пожалуйста, передай наш сердечный поклон Архызу обязательно. Ну, здорово, очень крутые планы, я надеюсь, что, возможно, ты опять найдешь когда-нибудь окно в своем расписании, мы еще поговорим о путешествиях, и ты нам еще обещал рассказать про чакры, мы еще не закончили передачу, нас очень спрашивают. Спасибо тебе большое, с нами была сегодня ведический астролог, специалист по васту, ароматерапевт, переводчик, путешественник, писатель, умная, красивая и потрясающая женщина Анна Отменеева. И я тебе желаю самого удивительных новых реализаций, новых открытий. Спасибо огромное, что ты всем этим делишься, что ты несешь это в мир, потому что это очень стимулирует огромное количество людей. И это удивительный дар. Я
очень счастлива, что ты разделяешь его с нами. Благодарю тебя. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. С вами была «Женская гостиная», Анастасия Хрущинская, Анна Отменеева. И до новых встреч, до следующего четверга. До свидания.